В Ахе состоялась коллегия по итогам социально-экономического развития округа в 2014 году. В актовом зале администрации присутствовали местные чиновники, руководители муниципальных и градообразующих предприятий. С основным докладом выступила председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике Анна Егорова. Она обозначила показатели, характеризующие социально-экономическую ситуацию в районе. Основное влияние на развитие, несомненно, оказывает промышленное производство. В 2014-м предприятия округа произвели товаров собственного производства и услуг на сумму порядка 11 миллиардов рублей. Добыто полезных ископаемых на 8 миллиардов 936 миллионов рублей. Эта сумма составила 112% от запланированного на завершившийся год. В отчете было сказано о реализации различных программ, в том числе развития сельского хозяйства. Напомню, государство продолжает поддерживать сельхозпроизводителей. По этой программе освоено более 2 миллионов рублей. Говорили о капитальном ремонте и строительстве жилья, также о транспортной инфраструктуре, которая в районе представлена автомобильным и воздушным транспортом. Деятельность по перевозке пассажиров осуществляет авиакомпания «Якутские авиалинии» и «Аврора». В 2014 году Ахинским аэропортом отправлено порядка 22 тысяч пассажиров, в 2013 год – 21 тысяча пассажиров, 129 тонн грузов, 2013 год – 133 тонны. В 2014 году за счет бюджетных инвестиций был осуществлен комплекс мероприятий по развитию аэропорта. Приобреталось необходимое оборудование, спецтехника, велось строительство и строительство пристройки к зданию коммерческого склада. В своем докладе Анна Егорова подробно рассказала о состоянии дел в сферах культуры, здравоохранения и образования. По завершении коллегии были намечены главные направления деятельности на 2015 год. В округе будут продолжаться работы по реализации приоритетных программ. Подробный отчет о выполнении плана социально-экономического развития района будет опубликован в газете «Сахалинский нефтяник». Председатель КУМИ выступила с докладом также перед депутатами собрания округа на очередной сессии. Отчет народные избранники утвердили.